Чебоксары – город славы трудовой. В юбилей столицы чествовали тех, кто делает родной город комфортнее и благоустроеннее. О том, кто получил заслуженные награды. Далее. Не разлей вода. Это про династию Тарасовых и водоканал. Владислав Тарасов отвечает за сети водоснабжения. Его жена Ольга рассчитывает плату за воду. Общий трудовой стаж семьи – 128 лет. Тарасовы в числе тех, кого наградили на фестивале. Нам тоже очень приятно, что много сегодня улыбчивых людей, совершенно посторонних, которые хлопали нам, когда мы выходили на сцену, поддерживали. Думаю, что кто-то из горожан скажет, что без воды он проживет хоть день. Чтобы жизнь была комфортной, чтобы не на улицу выходить из колонки брать воду и прокладываются водопроводные сети в квартиры, в дома. Водоканал, тракторный завод, Элара, ЧАЗ. На праздничную сцену один за одним выходили представители предприятий и организаций. Город славится своими трудовыми династиями, организациями, предприятиями, вносит огромный вклад в развитие республики, налоговый потенциал. Поэтому этот фестиваль как раз показателен по тем организациям, которые являются визитной карточкой города, развивает экспортный потенциал, производит уникальную продукцию. Руководители предприятий получили дипломы и памятные медали в честь 550-летия. Среди них директор Чебоксарского троллейбусного управления Александр Коныгин. В этом году перевозчик празднует юбилейную дату – 55 лет. Какую роль сегодня играет троллейбус в жизни города? Ну, это ясно. Это одна из жизневажных, жизнеобеспечивающих систем города. То есть мы сегодня имеем приоритет в перевозках жителей города и обеспечиваем перевозку в общегородских масштабах порядка 60%. Мы свою марку терять не собираемся. И я думаю, еще 55 лет троллейбусное управление будет также жить и добросовестно работать на благо жителей нашего города. Предприятие сферы ЖКХ, транспорта, производства и услуг. Все вместе они делают Чебоксары городом, в котором хочется жить. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Республика.